важных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. В студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Летнее отопление. Откуда у жителей Харькова появились непонятные долги за тепло и какой ультиматум выдвигают коммунальщики? Сожженный сельсовет. Кто может стоять за поджогом в Кировоградской области? Реформа или угроза демократии? Сенат Польши принял скандальный закон о Верховном суде. Чем это может обернуться для Варшавы? Боевики 3 раза обстреляли украинские позиции в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба. В течение всей недели противник наращивал огневую мощь, но сегодня, в светлое время суток, вдоль линии разграничения была тишина. Подробнее с линии огня наш военкор Ирина Баглай. Это промка там работает. Це були приходи РПГ або мухи стріляли. Сутінки, часов до годин 10 і починають активно працювати і стрілкотні, і з мінометів, і 72-го калібра, так в основному. Днем по этим тропам, ведущим к передовым позициям украинских бойцов, еще можно пройти, а вот ночью передвижения запрещены. Боевики регулярно прочесывают эту территорию из минометов. Тут немає одного жодного дерева цілого. Воронка через кожних 5 метрів. Все рознесено. Все вибито. Вони от, ну, це треба таке. Горе наробили. Бліндажі і окопи бойовиків уже видно з позиції армійців. На першій лінії у противника крупнокаліберні пулемети. Із них навіть днем ведуть огонь. А це що, бачите? Це зараз працює утьос, блін, з 9 годин на промку. От. Тобто вони стараються провокувати нас. Вони поодиночно працюють. Навіть можуть по 2 працювати. Все, погнали, погнали. Можуть зараз сюди відрабатувати теж. З тої сторони лісети. Вони зараз неожиданно б'ють. І в підтвердження слов піхотинця бойовики знову відкривають огонь. В районе Синоватского моста боевики возводят новые укрепления, зарываются основательно, готовят огневые позиции для тяжелой техники. Не вкопают мест, бо щось там установити тяжке. На подступах к Авдіївці бойцы регулярно слышат передвижение танков противника. По слуху 2. На слух. Ну, його важко з чим спутати танка. Він шукає собі дорогу. Танки бойовиков продолжают разбирать уже изрешеченные бетонные здания Авдіївської промзони. Тут працює вже від 80-ки, СПГ, РПГ і так далі. Оце діра танчик. Так називаємого хлібного перемір'я нет ні днем, ні ночью. Ні, це автомат ПБС. Доповідає веселий, працює ПБС, працюють по нас. Це з обичного автомата. Поставили глушитель. Вони стріляють на рух. Ото він тільки рух побачить, якщо він да, і зразу починає от ту сторону просто палець. Просто так от на мене лупить і все. А що ж для кулемета, кілометр це не дистанція. Цель бойовиків спровоцирувати українських воєнних на ответний огонь і помішати копатися поглубже. Провокує наші збройні сили України на відкриття вогню, провокує із крупнокаліберної зброї, зі стрілецької зброї. Вчора працював 110-мм міномет, 82-мм міномет, а також СПГ. Дистанція до противника здесь дуже короткая, поэтому пехотинцам приходится открывать огонь, подавляя попытки боевиков прорваться на их позиции. Нужно дать ответку. О, вроде бы одного минус нуло. То, что не знаем, это видно, приходили, прибегали до медики, куда мы дали ответку, и что-то там вытягали, и дымы кидали. Как только военные фиксируют эвакуацию раненых у противника, сразу прекращают огонь. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Действия пленного российского военного Виктора Агеева в Украине квалифицируют как терроризм. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак. Он утверждает, что дело наемника из России будет расследовано в ближайшее время. Сам пленный Агеев в Старобельском СИЗО сегодня увиделся с матерью. Организовать встречу помогли администрация президента и СБУ. Киев оценивает это как очередную попытку возобновить процесс освобождения заложников, который блокируют боевики. Ми сподіваємося, що мама російського контрактника Агеєва та правдиві російські журналісти донесуть правду до громадян Росії щодо безпосередньо участі регулярних військ, кадрових військових і контрактників Збройних сил Російської Федерації на Донбасі.
В інтересах самих росіян зупинити, кажучи російською мовою, трафік цинкових грабів російських найомників. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отправился с визитом на Донбасс. Там он встретится с местными жителями, пострадавшими от российской агрессии. И уже 24 июля Волкер прибудет в Киев, где проведет встречи с украинскими чиновниками. Тема переговоров – восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. После Киева спецпредставитель США посетит Париж, где будет обсуждать Минский процесс с участниками Нормандской четверки. Вывести нардепа фронтовика Дейдея на чистую воду потребовали от СБУ участники боевых действий на Донбассе. От главы спецслужбы киевские ветеранские организации ждут разъяснений, где и при каких обстоятельствах народный избранник получил ранение и почему заявление фронтовика расходится с официальными отчетами Генштаба. Подробнее об этом наши корреспонденты. Боевое ранение или самовредительство? О нардепе фронтовике Евгении Дейдее не говорил только ленивый. Одни спорили, а другие креативили в соцсетях. Но теперь сарказм сменился гневом. Участники боевых действий на Донбассе подозревают Дейдея в членовредительстве и требуют от СБУ разъяснений, при каких обстоятельствах он получил якобы боевое увечье. Ведь в районе, где его ранили, обстрелов зафиксировано не было. Фотокопию обращения к главе СБУ на своей странице в Фейсбуке опубликовал сын замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки Павел. Слов автор не выбирает, дескать, дешевый пиар на тяжелых ранениях уже всем надоел. Создается впечатление, что указанный народный депутат совершил акт членовредительства, что карается законом. В случае подтверждения фальсификации данный факт порочит честь и достоинство военнослужащих, которые отдали жизнь за свободную Украину. Сомневаются участники боевых действий на Донбассе и в том, что Дейдей является военнослужащим, поэтому от главы СБУ требуют подтверждения этой информации. Впрочем, главе МВД Авакову ничего подобного не требовалось. Он возвел 30-летнего фронтовика Дейдея в ранг подполковника полиции. Дубликат некой справки, которая якобы подтверждает это, опубликовал в соцсети один из журналистов. На данный факт сразу же отреагировали в парламенте, зарегистрировали постановление о создании рабочей группы для расследования обстоятельств присвоения Дейдею звания подполковника. Напомню, это уже далеко не первый скандал, в который попадает нардеп Дейдей. В 2012-м Суворовский райсуд Одессы осудил его на 5 лет за разбой по 3 эпизодам. Печерский райсуд столицы отпустил под личное обязательство активистку ФЭМН Анджелину Диаш, но при этом обязал ее сдать загранпаспорт. Напомню, Диаш устроила флешмоб в администрации президента во время встречи Петра Порошенко с Александром Лукашенко. Она оголила грудь и с лозунгами «Живая Беларусь» пробежалась по залу. Анджелине вчера вручили подозрение по статье хулиганства. Об этом в соцсети рассказал ее адвокат. Как заявили в администрации президента, Диаш попала на мероприятие по поддельным документам журналиста. А вот главный пограничник Виктор Назаренко, которому там же в администрации президента во время выступления Александра Лукашенко стало плохо, сейчас находится в реанимации. Об этом сообщили в Госпогранслужбе и добавили, состояние Назаренко стабильное, жизненные показатели в норме. Когда он сможет вернуться на службу, в ведомстве пока не уточняют, еще проходит обследование. Скандал в поселке Ширяево, это Одесская область. Там молодчики из братства заблокировали работу районного суда. Они обвинили местного судью и прокурора в коррупции. После словесной перепалки служитель Фемиды закрылся в одной из комнат. Радикалы пытались туда прорваться, возникла потасовка с полицией. Судье все же удалось покинуть здание, после чего акция и закончилась. Также в Одесской области, но уже в Любашовском районе, в ДТП погибла журналистка интернет-издания «Страна.UA» Стася Рафал. Трагедия произошла около 4 часов утра. Девушка вместе с коллегами ехала в микроавтобусе из Киева в Одессу. Автомобиль врезался в фуру, которая неожиданно притормозила на средней полосе трассы. Очевидцы сообщают, что в результате столкновения журналистку вместе с креслом выбросило на дорогу. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть. Стася Рафал работала в «Страна.UA» с момента ее основания. Мы выражаем соболезнования родным и близким нашей коллеги. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением и врезался в стоящий в правой полосе автопоезд Volvo с прицепом. Следствием устанавливаются действия каждого участника дорожного движения.
И еще одно жуткое ДТП произошло сегодня на окраине Николаева. Микроавтобус врезался в грузовик. Трое пассажиров погибли, среди них маленький ребенок. Семья ехала на выходные в деревню к родителям. Все подробности в материале Кирилла Ющишина. ДТП произошло утром на выезде из Николаева. Микроавтобус двигался из города. Навстречу ему ехал грузовик. Водитель КамАЗа решил повернуть на объездную дорогу. Остановился, начал маневр, выехал навстречку и врезался в минивэн. Авто так деформировалось, что спасателям пришлось вырезать потерпевших из груды металла. У водителя микроавтобуса несколько раз останавливалось сердце. Бригада скорой помощи проводила реанимацию прямо в разбитом автомобиле. Когда мужчину все же достали, его перенесли в карету скорой помощи, но спасти жизнь не удалось. На момент зіткнення в микроавтобусе знаходилось 4 людини. Жінка, двоє чоловіків та дитина приблизно 7 років. Жінка була доставлена до лікарні швидкої медичної допомоги. Сім'я на мікроавтобусі їхала на вихідні к родителям. Об этом розказали родственники погибших, которые приехали на место ДТП. По результатам експертизи водитель грузовика був абсолютно трезв. Його временно задержали. Водій КамАЗа не переконався в безпеці свого руху та здійснив поворот ліворуч, не пропустивши автомобіль Mercedes Litter, після чого сталося ДТП. По словам водителя КамАЗа, который должен был уступить дорогу, он не увидел Мерседес из-за дорожного знака. Он якобы закрыл ему обзор. С другой стороны, тормозной путь микроавтобуса указывает на значительное превышение скорости водителем минивэна, говорят следователи. Поэтому предварительно виновны в ДТП оба водителя. Степень вины водителя КамАЗа определит суд. Кирилл Ючишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер, Николаев. Скандал в Харькове. Местные жители получили квитанции для оплаты коммуналки с долгами за отопление. В среднем по 3000 гривен. И это в разгар лета. Коммунальщики заявили, кто не заплатит, тот лишится субсидий. Откуда взялись долги? В бухгалтерии тепловиков разбиралась Светлана Шакира. Жительница Харькова Виталина получает субсидию. По счетам платила вовремя, но последняя квитанция шокировала. За июнь за тепло нужно заплатить больше 3000 гривен. Ну, я, звісно ж, не повірила своїм очам. Я навіть почала мацати батареї, чи все гаразд з батареями, може нам надають опалення. На сайті теплоснабжаючої компанії чорним по білому написано – долг нужно погасити. Приїхати в харківські теплові мережі і укласти угоду про реструктуризацію. Бо інакше вам не нарахують субсидію на наступний період. В теплоснабжающей компании объясняют, дескать, после отопительного сезона провели сверку с местными властями. Оказалось, что государство выделило тепловикам денег больше, чем они предоставили услуг. Теперь разницу требуют с абонентов. Кроме того, жители города должны были не только оплачивать квитанции, есть и дополнительная сумма. Предположим, ей обязательный платеж назначили 100 гривен. Со счета в 2500 она должна заплатить 100 гривен, 2400 за нее должно заплатить государство. Государство за нее в январе заплатило 3000. Вот сейчас вот в мае вот эти 600 с нее и забрали. Теперь в абонентских отделах теплосетей очереди. Люди возмущены. В отопительных хитросплетениях не могут разобраться даже бухгалтеры. А я все заплатила, то, что мне писали. А зачем тогда квитанции давать? Зачем людей вводить в обман? Областные власти говорят, весь сыр-бор из-за упрощенной системы начисления субсидий. Но платить придется, хотя бы в рассрочку. Досягли такої згоди, що вони готові реструктуризувати борги, які сьогодні виникли в даній ситуації у громадян, отримувачів субсидій, на 60 місяців, тобто на 5 років. Вот только почему государство переплатило коммунальному предприятию, а возвращать приходится людям из своего кармана, чиновники толком объяснить не могут. Эксперты говорят, это проблема коммунальщиков, а не потребителей. То есть вот эти бумажки, которые люди получили от коммунальщиков, это можно характеризовать как мошенничество и вымогательство. Платежки с долгами получили 115 тысяч семей. В сумме теплосети ждут от жителей Харькова 260 миллионов гривен. У людей осталось 2 месяца. Либо оплатить счета сразу, либо оформить рассрочку. Иначе в новом отопительном сезоне они останутся без субсидий. Ольга Клюева, Светлана Шакира, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьков. Харьковчане на радикальные меры пока не идут, а вот в селе Войновка Кировоградской области сегодня ночью неизвестные сожгли сельсовет. Сгорело все – мебель, техника и документы. Одна из версий поджога – разногласия между местными жителями. Подробности расскажут наши корреспонденты.
Черная копоть, обуглившаяся мебель, дыры в крыше. Так после ночного пожара выглядит сельсовет в селе Войновка Александрийского района. Это поджог, уверен председатель сельсовета. Причина – накануне местные депутаты приняли решение объединиться в рамках реформы с соседней Приютовкой. Это возмутило тех, кто жаждал присоединиться к Александрии. Я вважаю, что это был підпал, тому что горел конкретно мой кабинет, другие комнаты не горели, тому что все связано с данным фактом, потому что связано все с объединением территориальных громад. А саме з Приютівкою чи з містом Олександрії. В поліції відкрили уголовне производство. Поджигателям грозит від 3 до 10 лет тюрьмы. На сьогоднішній день відомості внесено до єдиного реєстру на статті 194 частиною 2. Це пошкодження майна шляхом підпалу. Серед версій розглядається також версія навмисного підпалу. Пока полиция ищет виновных, председатель сельсовета уверяет, процесс объединения Войновки с Приютовкой уже не остановить. Ведь копии сгоревших документов остались в районной администрации. Андрей Кравец, Елена Брынза, Руслан Гаврилов. Подробности телеканал Интер, Кировоградская область. И все же проголосовали. Сенат Польши принял спорный закон о Верховном суде. Осталась подпись президента, и после этого Варшава может потерять право голоса в ЕС. Почему, расскажет Елена Абрамович. Ночь с пятницы на субботу, 16-й час заседания польского сената. 55 голосов за, 23 против. Скандальный законопроект о Верховном суде принят. Днем ранее документ поддержал Сейм в третьем, окончательном чтении. Теперь осталось получить подпись президента. Все эти дни, а часто и ночью, под окнами парламента не утихали протесты. Новый закон нарушает Конституцию, настаивают митингующие. Он превращает судей в марионеток власти. Ведь Верховный суд страны будет подчиняться Министерству юстиции. Глава Минюста сможет самостоятельно назначать и увольнять председателей апелляционных и окружных судов. Сначала они захватили средства массовой информации, затем Конституционный суд, а теперь и суды. Мы не можем этого допустить, потому что они просто продолжат наступление. Мы должны проявить свою силу, потому что они боятся только людей. Правящая партия Польши настаивает, изменения в законодательстве нужны для того, чтобы страна продолжала реформироваться. Но многие из тех, кто вышел на улицы, считают это угрозой демократии и европейским ценностям. К сожалению, мы возвращаемся в старые времена, к коммунизму, когда нам закрывали рты, когда судьи принимали решения, удобные для власти. Мы видим, как нарушается конституция, за которую люди голосовали на референдуме. Беспокойство по поводу происходящего высказали США. Вашингтон призвал Варшаву выполнять международно-правовые обязательства и уважать принципы независимости судей и разделения власти. Мы обеспокоены тем, что польское правительство продолжает внедрять законодательство, которое может ограничить независимость судебной системы и ослабить верховенство права в стране. Поэтому мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и вести переговоры на высшем уровне с правительством Польши. Польского лидера Анджея Дуду ждет в гости и президент Европейского совета Дональд Туск. Но Варшава проигнорировала приглашение, как и другие призывы ЕС. Брюссель тем временем уже готовит санкции. Варшаве угрожают лишением права голосовать на заседаниях и саммитах Совета Евросоюза, после чего могут ограничить доступ и к казне ЕС, благодаря которой в свое время Польша осуществила немало реформ. Елена Абрамович, Евгений Каминский, Брюссель. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Прекратить сплетни и злословия британский премьер не может, справиться с междоусобицами в правительстве. Министры подставляют друг друга в прессе и устраивают утечки с закрытых заседаний. Что происходит в британском правительстве и как Тереза Мэй усмиряет нарушителей дисциплины, расскажет Светлана Чернецкая из Лондона. Впервые за год пребывания на посту премьера Тереза Мэй решила обратиться за советом к своему предшественнику Дэвида Кэмерона. Для разговора по душам она пригласила в его бывшую резиденцию на Даунинг-стрит 10. Мэй не знает, как сплотить свое правительство. В ее кабинете 22 министра, и они весьма далеки не только от дружбы, но и даже от банального уважения друг к другу. Последний скандал касается министра финансов Филиппа Хэммонда.
прессу попали его слова, где он нелестно отозвался о женщинах. Чиновника тут же обвинили в сексизме. Но главное, что эти слова звучали на закрытом заседании правительства. И в СМИ могли попасть только благодаря высокопоставленным коллегам Хэммонда. Заседание Кабинета министров – это закрытое мероприятие, где мы обсуждаем очень серьезные вопросы. Уверен, что утечку спровоцировали люди, которые недовольны моим подходом к Брекситу. Премьеру междоусобицы в собственном кабинете не по душе. Она призвала министров прекратить сплетни и не выносить ссор из избы. Ее рецепт прост. Езжайте на каникулы, хорошенько отдохните и возвращайтесь готовыми к серьезным делам. Министр Хэммонд оказался под прицелом прессы неспроста. Его кандидатуру называют самой вероятной заменой Терезе Мэй. Кресло под премьером зашаталось после выборов, когда она не смогла самостоятельно набрать большинство в парламенте. Из тех же правительственных утечек следует, что многие министры надеются выжить Мэй из офиса уже этой осенью. А поэтому закулисная битва за главный пост страны уже началась. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». Более 170 террористов-смертников, которые потенциально готовы к терактам, могут проживать в Европе. Такие данные опубликовал Интерпол. Все фигуранты списка так или иначе имеют отношение к Исламскому государству. Они проходили обучение в террористических организациях. Сведения о них собрала американская разведка во время операции в Сирии и Ираке. 16 афганских военных погибли в результате авиаудара США в провинции Гельмент. Двое получили ранения. Американцы признали, что это была ошибка, и принесли свои соболезнования семьям погибших. При этом они отметили, что якобы предупреждали афганское правительство об ударе в нескольких районах провинции, где находились местные военные. Ранее они проводили там зачистку боевиков Талибана. В Израиле очередное обострение. После того, как власти стали проверять металлоискателям тех, кто хочет подняться на Храмовую гору, начались волнения среди арабов. Как следствие, в палестинской автономии и еврейском государстве возобновились стычки между мусульманами и полицейскими. Подробнее расскажет Сергей Услендер. Очередной теракт произошел поздно вечером. Молодой араб проник в израильское поселение, ворвался в дом и напал на семью. Он тяжело ранил четверых, пока к месту побоища подоспел сосед, который обезвредил террориста. Мы обнаружили трех пострадавших в критическом состоянии. Еще одна женщина получила ножевое ранение в спину. Мы эвакуировали ее в ближайшую больницу и спасли ей жизнь. Трое раненых скончались по дороге в госпиталь. Террорист 19-летний Умар Аль-Абад из пригорода Рамаллы. В своем завещании в Фейсбуке он написал, к чему жить, если оскверняют Аляксу. Он имел в виду мечеть, одну из главных мусульманских святынь, расположенную на Храмовой горе в Иерусалиме. 14 июля там произошел теракт. Три араба пронесли оружие и убили двоих полицейских. Власти установили на входах на Храмовую гору металлодетекторы. Тогда мусульманская часть Иерусалима взорвалась. По всему городу начались протесты. Это смотровая площадка в еврейском квартале старого города. Отсюда прекрасный вид вот на Храмовую гору и на арабские кварталы, примыкающие к Иерусалиму. Вот отсюда видно сейчас, что они начинают полыхать и в прямом, и в переносном смысле. Настоящие сражения арабов и полиции развернулись в Иерусалиме и на палестинских территориях. В стражи порядка летят камни, петарды и бутылки с бензином. Те отвечают слезоточивым газом и резиновыми пулями. В полиции и армейских частях, расположенных в этих районах, отменены отпуска и увольнительные. В столицу стянули части спецназа. На улицах города усиленные патрули. Полицейские Израиля продолжают работать в усиленном режиме. Естественно, работают все службы, все необходимые службы. Работают службы по борьбе с террором, особые подразделения, работают оперативники, работают технологические и технические службы, работают взрывотехники, кинологи. Естественно, делается все необходимое для поддержания общественного порядка. Очевидно, что установка металлодетекторов была лишь поводом для беспорядков. Подобные меры безопасности применяются в той же Мекке, и ни у кого это не вызывает такой реакции. Мечеть Аль-Акса открыта и функционирует, заявляют власти. Но их никто не слышит. Исламские лидеры призывают к походу на Иерусалим, освобождать Аль-Аксу. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро телеканала «Интер». Проект будущего. Между Вашингтоном и Нью-Йорком собираются проложить тоннель для суперскоростного поезда. Благодаря этому из города в город можно будет добраться всего за полчаса. В то, что власти дадут разрешение, не верили до последнего. Слишком уж фантастичной выглядела идея. Дмитрий Анопченко узнавал все подробности.
Вашингтон и Нью-Йорк – два главных города на восточном побережье. Вроде бы и расстояние небольшое, практически как между Киевом и Одессой, чуть меньше 400 километров, но на трассах не протолкнуться. В час пик пробки жуткие. И это при том, что те, кто может себе позволить, добираются поездом или даже самолетом. Поездом ехать больше 3 часов, а вот самолетом чуть больше часа. Но не намного лучше это и получается, потому что в аэропорту нужно быть за 1,5 часа, вот как я сейчас, до аэропорта добраться, из аэропорта добраться. Хотя самолеты отсюда летают как маршрутки, рейсы практически каждые 1/2 часа в будние дни. Причем у многих американских авиакомпаний. К этому все привыкли, но сейчас появился проект, который, если его реализуют, изменит здесь все правила игры. Основатель Теслы Илон Маск обещает доставить в Нью-Йорк всего за 1/2 часа. Объявил, получил разрешение от властей на строительство туннеля между 2 городами. Идея вроде бы простая. Внутри стальных труб в вакууме одна за другой перемещаются капсулы на аэродинамической подушке. Причем лететь поезд будет практически со скоростью пули. Расчетная скорость 1220 км в час. Там, где, возможно, трубы зароют в землю, но там, где часть маршрута пройдет по поверхности, вдоль автомагистралей, их установят на 6-метровых сваях. Причем над каждым туннелем собираются разместить солнечные батареи. Они выработают столько энергии, чтобы для поездов хватило. Тем, кто привык к стандартному транспорту, все это казалось фантастикой до сегодняшнего дня. Причем, не знаю, рекламный трюк это или нет, но авторы проекта уверяют, поездка в трубе выйдет намного дешевле, чем сегодняшний билет на самолет. Пилотные испытания этой системы уже провели, построив тестовый участок в пустыне Невада в пригороде Лас-Вегаса. Говорят, результатами довольны. Дескать, впервые за 100 лет у человечества появляется новый вид транспорта. Хотя хватает и критики, насколько это безопасно. К примеру, двери можно открыть только на станции. А если капсула с пассажирами вдруг застрянет, что, всю трубу разрезать? Открытый вопрос, как собирать 100 миллиардов, необходимые для строительства, и когда они окупятся? Но идея сейчас заразила всех настолько, что в залах ожидания аэропортов только и разговоров. Опять рейс задерживается. Чего ж мы столько ждем? Плевать на риск. Главное, чтобы за 1/2 часа до Нью-Йорка доставили. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Как чилийцы добывают воду из воздуха и почему прямо в центре Парижа из реки выбросился огромный кит? Об этом и не только смотрите в нашем международном обзоре. В США полицейский пытался подстроить преступление, но сам себя сдал. Нагрудная камера на костюме Ричарда Пинейра зафиксировала, как он подкинул пакет кокаина в один из городских переулков, а потом якобы обнаружил его в том же месте. Публикация ролика позволила закрыть уголовное дело против мужчины, которого обвиняли в реализации наркотиков. Интересно, что камеру Пинейра включил сам, но не учел одну особенность устройства. Оно начинает запись на 30 секунд раньше. Как добывать питьевую воду прямо из воздуха, придумали в Чили. Специальный аппарат для этого сконструировали жители отдаленного поселка, где нет системы водоснабжения. Устройство собирает туман и потом извлекает из него жидкость. В машину также встроен очистной фильтр, чтобы без опасений пить воду сразу после ее получения. В южнокорейском городке Порён начался фестиваль грязи. На центральный пляж свозят 100 тонн глины. Местные жители и туристы, обмазанные грязью, охотно принимают участие в забегах, танцах и катаются на грязевых горках. Есть развлечения и поспокойнее. Например, массажи или конкурсы скульптур из глины. Фестиваль изначально проводили для любителей натуральной косметики. Но желающих поразвлечься оказалось намного больше. Сейчас он самый популярный среди туристов в Южной Корее. В Китае конкурс купальников для пожилых. 400 моделей старше 55 не побоялись показать большие тела и предстать перед жюри. Их оценивали по умению презентовать себя, улыбаться и даже правильно жестикулировать. Организаторы говорят, хотят привить обществу позитивное отношение к старости. Награды получили более 100 участников. Самому старшему участнику 78. 17-метровый кит выбросился на берег Сены прямо в центре Парижа. Это успело напугать многих горожан, пока им не сказали, что это просто перформанс. С помощью такого представления защитники животных хотели привлечь внимание людей к экопроблеме. И, судя по всему, им это удалось. Многие даже не поняли, что на берегу просто муляж. Робот-змея в помощь спасателям. Такое изобретение придумали инженеры Стэнфордского университета. Конструкция представляет собой прозрачный шланг, который увеличивается в одном направлении при помощи сжатого воздуха. Уникальность изобретения в том, что такой робот практически не видит препятствий на своем пути и может пробираться в самые отдаленные и узкие места.
Такими были новости этого дня. За развитием событий следите на нашем сайте подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи завтра. We'll be right back.